Нарежечки. Каждую неделю новое обновление на CSGO. Ура! Залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Узбекистан. А эхо нет. Может, это не настоящий? Где эхо, блядь? Ладно, ребят, выключайте экраны, нахуй. Это симуляция? Ебать! Круто! Окей. Нас раскрыли, нахуй! Все, ребят, это разоблачение. На самом деле, ни Узбекистана, ни Black Rush, не существует даже этого трека. Мы снимали это в Москве. Теперь вот вы проснитесь, откройте глаза и поймите, где вы. Мы все живем в Матрице, блядь. Шоу Трумана, ёбаный, брат. Сейчас в следующем кадре ты поймешь, где мы это реально. Отмотайте на секунду назад. Блядь, это было очень сильно. А эхо нет. Дед из рекламы Теле2. Да нет, нихуя. Где эхо, блядь? Ладно, ребят, выключайте экраны, нахуй. Взял опять деньги на локацию и просто, блядь. Это все москвичи, мы в Москве. Блять, как... Сука, какой охуенный бэкстейдж. Туда же нереально. Еще раз хочу. Будет разговор, серьезно. Да? Давай. Может, это не настоящий? Да нет, нихуя. Где эхо, блядь? Ладно, ребят, выключайте экраны, нахуй. Это симуляция, да? Ты, сука, опять? Ты взял опять деньги на локацию и просто, блядь. Это все москвичи, мы в Москве. До сих пор, да? В VR-очках. Джон, how are you, bro? Yeah, bro. Okay, bro. Бро, нормально, на самом деле, просто обычный, американский парень. Здорово, все хорошо? Да. Дома в порядок? Дома в порядок. Молодец. Здоровье хорошо? Прекрасно. Ты на лошади ездил? Ездил. Можешь, да? Ну, лучше напомнить, конечно. Вот сюда, ногу ставишь, вот здесь, вот сюда держись. И толчок этой ногой. Ой, хорош. Посмотри на своего мужчину и на меня. Ебать. Теперь на своего